Будний день. Производство упаковок идет полным ходом. Это интересный и трудоемкий процесс, о котором знает очень немного людей, а детей и то меньше. Молодежный совет при главе Ленинского района решил исправить эту досадную оплошность и организовал блок-тур на Молоковскую картонажно-полиграфическую фабрику. Для них новая информация, и они узнали все из уст руководителей, как здесь, что производится. Смогли посмотреть на все аппараты. Николай Якушкин проработал на заводе уже 15 лет. На его глазах картонажная фабрика становилась одним из самых современных подмосковных предприятий в сфере полиграфической упаковки. Новейшее оборудование для изготовления и обработки картона – лишнее тому доказательство. Но, как утверждает Николай, аппаратура не представляет никакой ценности без человеческого ресурса. Технологии и оборудование развиваются, а кадры не успевают к ним готовиться. Поэтому вот сегодняшняя экскурсия – это было такое своего рода желание привлечь внимание молодежи, сделать на нее ставку, заинтересовать. И в дальнейшем, может быть, и иметь в них потенциальных кадров, которые придут к нам через год, два, три или через пять лет. Массивные печатные станки и машины, копировальные рамы, проявочные процессоры – такое не могло оставить экскурсантов равнодушными. Я под большим впечатлением, мне все очень понравилось, весь комплекс. Я считаю, что очень полезно и интересно проводить такие экскурсии для молодежи. И я бы хотела посетить еще много экскурсий. Ребята еще молодые и пока не уверены, что будут работать в этой сфере. Зато уже сейчас они имеют представление о том, какой это большой труд – подчеркнуть хороший товар с помощью красивой упаковки. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.